Марию Макроусову-Кучук и Дениса Барбу с медалями на груди фотографируют в родной школе тенниса. Со всемирных игр соотечественников в Москве они вернулись с триумфом. Накануне встречались с президентом Вадимом Красносельским, делились эмоциями и планами. Мне было больше всего сложно играть с девочками из Армении и Москвы. После первого сета я поняла, как она играет. Она играет больше в дальней зоне, девочка из Армении, из России больше в ближней. Мы поняли и вот так и победили. Я очень счастлив, что мы поехали на такие соревнования, так хорошо выступили. С каждых соревнований мы набираемся опыта, и эти соревнования были не исключение. Сильные соперники были с Армении. В прошлом году я был на соревнованиях в Москве, в соревнованиях СНГ. И я с ним встречался, но в прошлом году было с ним полегче играть. Он натренировался за это полгода, и вот получше играл уже. Я тоже натренировался, конечно. И у нас была своя схема к этим соревнованиям. И вот результат. Победную схему Маша и Денис раскрыли в Дубасарской школе тенниса. Здесь воспитывали призеров чемпионатов мира и Европы, участников Олимпийских игр. Сейчас успехов на разных турнирах добивается очередное поколение чемпионов. Сейчас я готовлюсь к Евроталантам в августе. И сразу же после Евроталантов у меня Евроминчан. Сейчас идет усердная подготовка, и, конечно, мы хотим выступить на высшем уровне. И у нас вдвойне усилилась подготовка, то есть две тренировки в день. Утром идет больше тренировка на технику, а вечером игры на счет. Одно из главных элементов этой системы, что есть спарринг-партнеры. В Женеве, там, в Москве, я знаю, платят по 40, по 50 евро за час для того, чтобы на спарринге стоять. У нас это все это бесплатно, у нас это в системе. Вот. Ну и, конечно, удачное сочетание календаря выезда на соревнования 50% и учебно-тренировочной работы. У нас есть принцип 9 правильных ударов. Роль тренера у нас в настольном теннисе очень высока. Я для каждого ребенка сижу вечером по 15-20 минут, делаю конспекты, делаю планирование. Я обязательно расписываю пары. Накануне президент Вадим Красносельский вручил Валерию Гросулу орден за заслуги в развитии спорта. Сегодня он снова в зале. Маша Макроусова-Кучук и Денис Барбу уже готовятся к чемпионату Европы в Швеции.